Унылая пора. А чей? Очарование. Здравствуйте. Меня зовут Самойленко Наталья. И вы снова на канале Репейник. Я хочу вам напомнить, что канал Репейник — это не только канал о растениях, о ландшафтном дизайне, но и канал, где мы рассказываем о себе, о наших больших подвигах и маленьких неудачах, о том, как мы строим этот природный центр, несмотря ни на что, о том, как мы здесь живем и отдыхаем. И сегодня мы хотим поделиться одним очень солнечным летним днем. Для нас это очень важный день, потому что в нашем природном центре в этом году прошла первая свадьба. И мы очень долго ее ждали. А Любаша и Дима стали законными мужем и женой. И мы, надеемся, внесли в этот день тоже свой маленький вклад. Что, Натаха, сколько тебе уже? Ой, давай не будем об этом. Замужем-то была? Хоть не, надо замуж. Надо как-то. Вон Любка отхватился городского, да? Ну вот где она нашла городского? Где? Мимо проезжал, вот. Все. Она молодая еще, замуж нам с тобой надо. На раз и вперед нас выскочил. Ну вообще, да, вот стерва. Ну что делать-то? Не знаю. Ну посидим, подождем, может кто мимо-то проедет. На коне, может кто. На коне только председатель у нас ездит. Ой, я тут в журнале Бурдомоден такое видела, я тебе потом покажу. Какое? Большое? Давай! Давай спать! Кто здесь? Ой. А сколько времени? О, Господи Боже мой, где я вообще есть-то, Господи? Сегодня же свадьба, а я опять под свечи. Бурка, погнали! Вперед! Едут? Нет? Едут? Нет. Она же собирается по 3 часа, челюку не знаю, что ли. То одно, то другое, то туфельки, то колготочки. Иди документы проверяй. Чего будет? Слушай, ты только не говори, что я тут был, ладно? А то у меня опять делает кирдык-шмирдель, да? Это, ну, председатель наказал, туда нельзя же, чтобы все места заняты. Машину оставляете, у нас местное такси. Представляете, а я пойду, а то сейчас председатель. Ругаться будет. Как звать-то? Вася. Да, Дима, да, Бородова. Очень привет, Александр. Я побежал уже. Здрасте. Я погнал это, тут решишь вопрос. Все, поехали. До моста. Открывайте ворота-то куда? Заезжать нельзя. Машину закрывай. Подожди. Ну это, ты давай тут что-то. Я пошел. Так, да, сейчас загружу. Все, брат, давай, брату, не говори, что меня видал. Давай, ладно, давай, все, не видел тебя. Ты меня тоже, кстати, не видел. 3 дня. Залазь. Сюда. Сейчас, сюда. Или давай. Ну давай. Давай. Я была не готова. Порядки, то есть. Ай, вот как раз есть.
Вот у нас букетик, Любаша, для тебя. Держи-ка, смотри-ка. Это основа основ. Вот и тебе. Давай. Стой! Стой! Бежи кто-то, бежи, бежи! Куда? 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 На амбулет! На амбулет! На амбулет! Председатель! Вот, попали! Надо было быстрее! Расселись, что хлопцы сидят, я опаздываю. Ехали отсюда, ехать! Я опаздываю, что я речь говорю. Местная городского ухватил тебе и едет там, глянь. О. Не смотрит даже на нас. Посмотри, какая. Что делается, что делается-то? Ну что? О, кто приехал? Эй, народ! Приветствуют вас, молодые. Должны оторвать по куску от каравая. Кусать, ломать? Не знаю. Понятно. О, бля. Ого! А ты молодец. Сколько можно стоять на входе? Подожди ты, подожди. Добро пожаловать домой. Солить будем? Нет, уже не надо. Что с ними не накормили? Это ты окоп. Отдать надо кому-то хлеб. Ну, проходим, проходим, граждане, проходим, не задерживаем, не задерживаем, время. Все ограничено. Ну, здрасте. Ой, ждали, ждали вас. Простите, долго ждали вас? Вчера... А ты где вчера... был? Жена. Ты где был? Танечка, ну я же работаю, я же председатель. Я 25 лет, Танечка. Ну, господи, ну, Танюш, давайте поговорим. Сейчас я... Бам! Так, что у нас здесь за праздничек? О-о-о! Секундочку, внимание, недоразумение, произошло, не обращайте внимания. Вы ж первые, первенцы наши, понимаете, первая свадьба наш колхозка. А меня что, я пишу свадьбу, о, господи, дочка, я ее ищу дома, она сидит тут, значит. Добрый день, я уже говорил, вот. Значит, я рад приветствовать вас всех, тоже говорил, по-моему, да, но все равно я очень рад вас видеть, мы вас долго ждали очень и соскучились. Значит так, у нас сегодня самая необычная свадьба на свете. Это, во-первых, первая свадьба в колхозе, я уже говорил. А мы должны удостовериться, муж и жена вы или нет. Ну-ка, Горька или нет? Горька! 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 Ура! 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 Первый тест. Второй тест. Покажите правую руку. Может, не надо?
Скажите, муж и жена. Это хорошо. Ну, пока, шлюпка, потом... То все не в счет. То все не в счет. Это писюльки на ваши, это все в городе. У нас свои правила. Итак, среди тысяч сотен людей, которые проживают в окрестностях нашего колхоза, они все норовят к нам перейти. У нас хорошо. Не об этом сейчас. Неважно. Ну, ты все время влезаешь. Те люди, которых мы каждый день встречаем, они обычные. Но есть особенные люди. Те, которые дороги нашему сердцу. Да, Танюш? Вот. Это наши половиночки, наши вот то, что без чего. Домой пришел, жрать нечего. Кто? А когда домой пришел, жена встречает там супчик, там первый, второй, третий. Ну, иногда наоборот. Жени уже! Красиво идти по жизни. В одиночку никак. Только со своей половинкой. Так вот, что хочу сказать-то. Оно ж как, когда руки на месте и голова светлая. Вместе в нашем колхозе можно организовать все. У нас будут цвести растения, будут красивые изделия, постоянно наточены все секаторы, да, Диме? Вот. Ну, косы там, бензопилы работать будут, вот, когда руки на месте. Да купишь их! Все есть, уже куплено. Данной мне властью объявляю вас мужем и женой. Вот, Дмитрий, ответь мне, пожалуйста. Ты согласен на это? Да! Да, согласен. Молодец. Объявляю вас мужем! Ура! Ура! Надо зарегистрировать официально ваш брак. Подойдите, пожалуйста. Давай! Молодцы! Давай! Молодцы!
городские. Цепляйтесь. Увидимся. До скорой встречи.